Что Алена Иванцова готовит для своих поклонников? Какого новый альбом буквально вот, который или выйдет, или в проекте? Вы знаете, я готовлю новый альбом, я еще не знаю его название, но уже 4 песни к этому альбому написаны. Кто на автор песен? Олег Молчанов. Что у вас в перспективе за гран поездки? Куда, в какую страну? Вы знаете, это нужно спрашивать у моего директора и продюсера. Но, тем не менее, исполнители всегда знают об этом. Если это тайна, пусть остается тайной. Нет, это не тайна. В ближайшее время я еду работать в Сочи. Это сольные концерты на Украину, в Белоруссию. Откуда Алена Иванцова сама вообще-то? Где родилась, выросла? Я родилась в замечательном городе. Это город Ялта. То есть туда, где родились, выросли, туда пойти почти выступать.